Всем привет, с вами Сурлат. Продолжение прохождения PS Rush и остальных игр. И начал наш матч за сборную Украины против сборной Марокко. На воротах Коваль, защита Кривцов, Хачериди, Кобин, Сизаев, полузащита Ястеп, Паненко, Гусев, Романин, нападение Армоленко и Кравец. Хороший состав. Я уверен в нашей победе. Так, главное теперь почаще действовать в защите. Так, поехали. Ну ладно. Забыли. Так, отлично. Держи. Возвращай. Да, с первых же минут плохая игра. Не только с моей стороны, но и со стороны команды. Отлично. И удар. Не выходит найти. Почему-то мой игрок стал медленнее действовать. Удар наносится уже довольно-таки через долго. Блин, не могу даже сказать. Ну что это за удар? Дольше времени проходит перед ударом. Да, конечно, это меня все очень расстраивает. Даже комментировать как-то не хочется. Немного. А нарушений нет. Ну, ладно. Так, ну, я уверен все-таки в нашей команде. На все 100. Мы не раз побеждали. Конечно, и проигрывали, но не будем о плохом. Так, защита, вы главное не подведите. Тогда будет все замечательно. Отлично. Нарушение было на мне, да. Это было хорошо видно. Я, пожалуй, буду этого крыть. Отлично. Ну, почему мой игрок не хочет держать в своих ногах мяч? Что с ним творится вообще в последнее время? Отлично. Но нет, не очень. Ну, что за пасы? Что за пасы? Нужно качать пас. Срочно нужно качать пас. Когда появятся очки, то я его обязательно прокачаю. Офсайда не было. Замечательно. Ну, очень слабый удар. Невероятно слабый. И сложно было ротарю отбить этот мяч. То он даже мог и словить. Его, если честно. Угловой. Надеюсь, что-то выйдет. Рядом пролетает мяч. Надеюсь, повтор будет. Да, повтор будет. Сейчас посмотрим. Хороший удар, но, к сожалению, мимо ворот. Так. Отлично. Это... Не, меня моя игра вообще не устраивает. Нужно все-таки что-то с этим делать. Все-таки раньше были матчи получше. В разы причем. И со стороны моей команды, и с моей стороны. Ну, это я говорю именно про сборную Украины. По сути, меня пока что все более-менее устраивает. Вот. Что это снова за пас был? Я не понимаю. Давай, давай, давай. Наконец-то. Ну. Нет. Срочно нужно что-то делать с этим. Меня это ни в коем разе не устраивает. Так, второй тайм начинается. И я буду забивать всеми силами. Так, давайте, ребята. Я вас верю. Ну, также все хорошо вроде бы идет. И нарушение. Смотрим в сторе. Да. Ну, хотя нет. 50 на 50, в общем. Все-таки врезался игрок в нашего. Поэтому нарушения особо таки не было. Но смотря как посмотреть. В общем, не знаю. На мой взгляд,
это не было. Все-таки. Больше склоняюсь к этому варианту. Так, отлично. Давайте, ребята. Супер. И... Ну, куда ж ты бьешь? Куда ты бьешь? Да. Нужно все-таки попрактиковаться и поиграть без записи. А то давно этого не делал. Так, и сейчас будет опасная атака, я в этом уверен. Так, я буду крыть этого, пытаться. Так, ну, давайте, вратарь, не убегай ты далеко с ворот. Пожалуйста, будь так любезен. Отлично. Конечно, не то, что я хотел бы сделать в данной ситуации, но хоть что-то. По крайней мере. Так, угловой, который, думаю, будет опасным. Так. Ну, вратарь справится, я уверен в нем. Как же свистят трибуны все-таки громко. Это меня отвлекает. Ну-ну-ну-ну, молодец. Хоть команда в защите действует хорошо, это радует. И вратарь хорош. Молодец. Все лучше и лучше. Игра в защите становится все-таки. Но в нападении не все так гладко. Вот радует меня этот вратарь все-таки. Да сколько ж можно угловых-то? Они меня надоели. Все, выбиваем раз и навсегда. Раз и навсегда. Да почему ж подкат не вышло сделать? Ну давайте, да. И еще угловой. И трибуны все свистят, свистят. Как же это... Меня уже бесит невероятно. Ну хотя бы нам не забивают. И наконец-то угловы закончились. Интересно, сколько их было. Так. Ну и вот почему он пропустил. Да. Все-таки, наверное, стоит вместо меня Тимощука выпустить, потому что моя игра совершенно меня не устраивает. Я бы себя уже на месте тренера заменил. Давай. Отлично. Я, если что, тут. Я тут, ну. Прямо в руки. Голкиперу. Да. Ничего, совершенно ничего не выходит. Так, давайте ж, ребята. Что вы творите? Это вообще не похоже на сборную Украины. Сборную Украины. Ну. Там вы чтобы еще пас вовремя давали. Это меня очень радовало. Сейчас вообще непонятно, что творится. И никто не может забить. Вот совершенно никто. Все, уже ничья, я в этом уверен. Хотя нет, давай, ну по-быстрому. Ну, я не понимаю, почему они тянут время. Нам нужно побеждать, а они тянут время. Держи. Давай, пасуй. Все, ничья. Да, конечно. Ребята, вы меня огорчили. И лучший игрок матча, наш вратарь Коваль. Ну, я согласен на все 100. Замечательно матч отыграл, если бы не он, мы бы проиграли. Надеюсь, его бы уставить на ворота почаще. У нас теперь игра с Реал Соседадом. Скорее всего, я буду немного уставший. Потом ЦСКА товарищеский матч, на который меня не вызовут, я уверен, 100%. Вообще не включат в основу. Блин, в какую основу? В заявку? Нет, все. Не идет у меня совершенно запись. Извиняюсь за это. Какой-то неудачный день для записи. Ну а на этом все. Увидимся.